И всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будем играть в Clash Royale и будем открывать легендарный суд. Давайте сейчас продонатим очкам, чтобы иметь процент на хорошую легендарку. Как это говорится, карма. Так, значит, это мой второй аккаунт. У меня первый аккаунт более лучше. Будут скриншоты. Вот, показываем скриншоты. Это все через Photoshop, понятное дело. Через программки. Вот. И сейчас будем открывать легендарный сундук. Не буду вас удлинять это видео и вам время тратить. Так что давайте сейчас по-быстрому скажу. Какую легендарку я, в принципе, хочу. Это шахтер, принцесса. Короче, любая легендарка, которая здесь находится, кроме Спарки. Да. Спарки я ненавижу. И открываем легендарный сундук, который мне выпал с боя. Вот этого боя, по-моему, если не ошибаюсь. То есть вот этот бой, победа где. Вот. Давайте все открываем. Не будем... Круто. У меня есть теперь принцесса. Потому что в этом аккаунте у меня только громовержец второго уровня. Теперь и принцесса. Сейчас давайте по редкости вам покажу. Так. Ну вот, принцессочка. Пламенный дракон, кладбище и адская гончая. Хорошо, что мне легендарный сундук выпал, потому что я думаю, когда мне легендарка выпадет, а вот мне, пожалуйста, легендарный сундук, чтобы сразу легендарка выпала. Гарантированно. Вот, ну надеюсь, когда-нибудь еще такой сундучок выпадет, либо какой-нибудь вот такой сундучок. Ой, еще здесь можно купить, но у меня же нету денег. Когда-нибудь такой сундучок мне тоже выпадет, то что мне выпадало, думаю, что там легендарка была, как раз громовержец. И еще один громовержец мне выпадал с обычного сундучка. Кстати, с огромного тоже есть шанс, что легендарочка выпадет. Так, с любого падения сундучка есть шанс, что выпадет легендар. Ладно, давайте, чтобы чуть удлинить видео, чтобы так скучно не было, я пойду, наверное, один бой с этой колодой. И давайте возьмем новую легендарочку, которая мне выпала. Это принцесса. Чем можно заменить? Фаербол 8 уровня, как видите, я его апнул, а все остальное 9. Какое-то то слабое, да? Так что поменяем, наверное, я даже не знаю на что. Громовержца не буду менять, это очень хорошая карта. Насчет лучницы, я вот думаю, зачем они мне нужны. Хотя они тоже им было, не спорю. Ну давайте поменяем на лучницу. Сыграем. Так. Начинается бой. Чувачок сразу гаснет. Ребятами. Я вижу, он будет торопиться. Ладно, еще там буду лежать, еще на одну смерть сделать. Что-то еще плохое. Мне он не нравится, очень сильно не нравится. Да, очередной голубой попался, который не умеет играть вообще в карты. Ну, либо Валькирия не играет. Гоблина поставит и... Как он его контролит в карте, если не понимает? А контролит не играет. Башня интересно.
не умеет контролить бомбы, я думаю, не умеет контролить бомбы. И на этом будем заканчивать. С вами была я, Супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.